Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Сегодня у меня на кратеньком обзоре интересный телефон Alcatel. Называется моделька Alcatel Tribe 3003. Это интересный QWERTY телефончик китайского производства. Ко мне попал, купил я его на аукционе, за $3 он мне обошелся. Телефон практически новый. Пленка была снята, дабы проверить набитые пиксели. Сейчас я вам все продемонстрирую. Телефон у нас односимочный. Поддержка памяти до 8 гигабайт. Полноразмерная симка. И вот название модельки Alcatel 3003G. Данные телефоны были выпущены для Германии, поэтому русской прошивки не имеют. Были произведены, смотрим, в 2014 году, как и батарейки. Батарея не вздутая. Кто захочет посмотреть, как я выиграл данные телефончики, видео чуть-чуть попозже загружу и будет он здесь по ссылочке. Давайте вставлять, и я вам покажу, что умеет данный телефончик. Размер данного чуда 107, толщина его 12 мм и ширина 5,8 см. Дисплей имеет расширение 220 на 176 точек. Давайте включать и смотреть. Alcatel OneTouch. Прикольная моделька, но правда все на английском языке. Обойки меняются. Цифры крупные. Менюшечка. Первая у нас иконка — это сообщение. Сообщения принимают на русском языке, на украинском, что очень радует. Далее. Контакты. Контакты, которые занесены отдельно, или группа контактов. Далее телефонные звонки. Кому мы звонили, кому вы звонили. Есть у нас поддержка интернет. Интернет работает через GPRS. Все проверено. Дальше. Есть программка прямо GameLoft. Загружаем игрушки. Facebook работает. Нужно подключиться к интернету мобильному. Это добавляем сюда приложение через данную папочку. Вот есть такой магазинчик Apps. Надо подключиться к интернету. Я не подключался. Есть Twitter. Есть у нас 1,3-мегапиксельная камера. Сейчас я ее включу и постараюсь что-то сфотографировать для вас. Так, здесь у меня есть телефончик. Вот так. И сейчас попробуем. Все четко получается. Дальше. Также есть у нас проигрыватель. Можно слушать музыка, которая расположена в телефоне. Смотрите. Давайте сейчас, наверное, включу. Производится музыка и разговор через слуховой динамик. Состояние косметическое идеальное. 3,5 мм наушнички. Микро-USB зарядочка. Микрофон, интересно, спрятался вот здесь в разъеме для открывания задней крышки. Музыку можно листать, пожалуйста. Есть подсветка.
Горит голубеньким, очень приятно. Далее, есть у нас картинки. Это вот, которые мы сфотографировали на данный телефончик. Также у нас есть мои файлы. Есть файлы, которые в телефоне, и есть файлы, которые на карточке. Сейчас я вам покажу. Так. Вот есть видео. Показывает 3GP формат. Так, это 3GP. Далее. Есть мистер Бин у нас. Ага, этот формат MP4 он не поддерживает. Есть у нас фиксики. Но чтобы меня не забанили, я, наверное, буду разговаривать во время проигрывания данного ролика. Вот так все четенько показывает. Дальше. Есть у нас MP4, который... вот китайский специальный проверочный клип. Смотрите, как красиво все, яркие цвета. Это используют тестовый клип при проверке планшетов. Как мы видим, все работает четко. Дальше. Есть у нас картинки разных форматов. Качество дисплея радует. Это мои фотки. Уже позагружал, чтобы видно было, как показывает. Смотрите, как красиво. Подарить такой телефончик своей маме, бабушке, ребенку очень будет прикольно. Ну, как вы поняли, все работает безукоризненно. Так, бэк. Теперь есть у нас запись звуков. Можно попробовать записать. Раз, два, три. Проверка записи телефона Alcatel. И давайте послушаем. Также у нас есть FM-радио. Радио работает у нас без наушников. Все прикольно. Так, дальше. Видео. Есть отдельные. Можно просматривать видео папочки. Также у нас есть игры. Есть одна игрушечка. Вот такая вот гонка. Не получилось. Давайте еще разок. Простецкая игра. Ну, она есть. Худо-бедно. Дальше. Это у нас сервисы. Смотрите, все высвечивается на украинском языке. Также есть у нас будильники. Также у нас есть калькулятор. Так. Мировое время. Календарь. Телефонные звонки, фильтр дозвонов, кто в черном списке, можно все ставить. Это у нас профили. Это настройка телефона, настройка звонков, охрана, как всех обычных нормальных телефонах. Текст набирается у нас вручную. Каждая буковка на своем месте, как в обычной клавиатурке. Также есть быстрый доступ. Почта, звонки. Смотрите, можно сразу к камере доступ, к плееру. Короче, интересный телефончик, мне он понравился. Так, ну вот как-то так. Вот такой телефон мне обошелся в копейки. С новой батареей, сейчас куплю на него зарядник, и пойдет он у меня как новый телефончик.
Ну вот как-то так. Вот такой сегодня телефон я вам обозревал. Всем спасибо, кто остается со мной, кто смотрит мои видео. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал и всем пока-пока, ждем новых обзоров.